Эй! Не убежишь! Что? Что? А, непослушных детишек наказывают. Прячется в стогу. Похоже, она продумала план побега. Эстелла, вижу, у тебя уже есть план побега. Еще какой? Садись в телегу и едем уже отсюда. Что? Вижу врага! Да, отлично. Теперь едем в лагерь, и мы спасены. Вот так. Езжай к валунам с деревьями. Там наш лагерь. Добрались. Спасибо, храбрый воин. Ты возница, поистине достойный самого Сета. Ты от мятежников? Эти мерзавцы хотели убить меня. А ты очень отважна для своих лет. Я должна быть отважной. Псы фараона хотят уничтожить нас и захватить все. Им не понять. Жизнь нельзя запереть, она течет свободно. Мое сокровище, я сражалась за него. И еще защищала Хитану, они бы нашли его и убили. Я так волновалась. Он жив-здоров. Вернулся в лагерь к остальным. Да и тебе пора. Знаю, знаю. Осторожнее, Эстелла. Не лезь туда, Эстелла. Настанет день. Я стану такой, как ты. Я освобожу пустыню и всех людей. В тот день найди меня, Эстелла. Почту за честь сражаться вместе. Я буду заниматься с Хаметом еще чаще, вот увидишь.
Ой, тис мейзонос афросинис. Мы встретили Меджай. Нет, нет. Morias paraske vazma da dudanestin. Papa, te vien! Ti un jegone! Oh, pa kecht me lo! Oh! Idioti! Ti pleon me lusura. Iku son duto? Dehte. Strulti sanguinem damnatus! Venit in! Ne pressure in puer! Iam dublet! Надо действовать аккуратно. Докс. Стате! Мора! Ibi ave! Ibi manere!
Nolite ibi! Думаешь, я не чувствую, как ты рыщешь в тенях баек из сивы? Я шел по твоим следам, жуткой дорогой смерти и безумия. Молись! Ты ответишь за смерть Хему, Флавий! Нет, египтянин. Сейчас ты падешь ниц пред своим богом! Ты лишил меня сына и друзей! Почему ты не убил меня тогда, в Александрии? Тебе стоило вступить в орден. Мы нужны тебе. Но ты выбрал рабство. Хватит фокусов! Убийца моего сына снова прячется в храме. Помню, твой друг Хибзефа тоже долго упрямился, как и твой сын. Твое время в этом мире истекло. Все твои предшественники сдались, и ты тоже сдашься. Мои возможности, моя сила. Ты не чувствуешь? Стойте! Так и был бы море, Дервис! Хватит! Сразимся! А ты, жалкий простолюдин. Верблюды и верблюжье дерьмо. Весь Египет такой. Весь. Из-за тебя мой сын не обрел покой! Я вырву твое сердце! Ты убил ребенка, Флавий! Моего сына! Единственный поступок в жизни, о котором я не жалею. Ты не обретешь покой! После его смерти орден склонился передо мной. Цезарь тоже. И весь Рим. Мне подчинилась империя тысяч, и каждый из них превосходил своих предков. Ну же, убей меня! Ты трус! Не трать время зря! Я не могу, не могу! Я не могу! Я с тобой, папа. Нет. Я потеряю тебя. Не навсегда. Мы встретимся с тобой в полях Иалу. Лучше, если реликвия сгинет.
Айя должна знать, что наш сын обрел покой. Et dabo vos in consumationem! Налите, Иви! Κεραυναία βία! Τι είναι τούτο έστι! Μουρίας παρασκευάσματα τούτα έστι! Οι! Της Μίζωνος Αφροσύνης! Ιδιώτην, ώραν βουλήμι. Τι συμβάν, παιδες! Λέξω, λέξω! Τι πλέον μέλους, Ιωράν. Τι πράτη! Απαπαιδίαν! Τι ουν χέγονε! Ω, βακέ! Третий ключ. Это часть комплекта. Похоже, где-то спрятано что-то ценное. Последний, да? Пожалуй, стоит наведаться в эту убогую деревню. Thank you.
У этой женщины лицо воина. Возможно... Стой! Ты кто такой? Тот, кто чтит своих старейшин. Я встречала разных воинов. Ты похож на Меджая. Так и есть. И мне нужен ключ. Я не отдала его братьям. С чего ты взял, что отдам тебе? Увы, они мертвы. Им приказали убить меня. Суровое нынче время. Только достойному защитнику я отдам последнее, что у меня есть. Ключ. Избавь деревню от крокодилов. Их особенно много на востоке. В ближайшее время крокодилы вас не побеспокоят. Ясно. Знаешь, я всегда восхищалась меджаями. И хотела быть одной из вас. Нас осталось совсем мало. Филаки не заботятся о чести. Вот ключ от моего сундука. Пусть мое наследие послужит миру. Сундук ты найдешь на дне Нила, к югу отсюда. Четыре ключа, четыре замка. Посмотрим, что там за сокровища воинов. Thank you.
Угалос, Эвге! Морьяс параскевазма да туда вестин. Кахистеос, Амелисон! О, Певес! Дио Гегоне! Влакс! Си е лавни хрио гирнесте! Байк. Я так скучала. Флавий убит. Я прошел такой путь, чтобы спасти нашего сына. Хемо счастлив. Да пройдет он по полям и алу. Я отправлюсь в Рим. Рим? Ты так и не отказалась от этих идей? Я ошибалась. И ты ошибался. А я? Не трать силы. А, знаменитый Меджай. Фан не устает восхвалять твои подвиги. Я нашла союзников. Это Брут, а это Кассий, наши римские братья. Мы уничтожим все корабли этих двуличных мерзавцев. Септимия и Цезаря. Теперь силы Ордена угрожают не только Египту. Клеопатра еще правит? В Египте не правит никто. Тираны раздирают его на части. Наша царица предпочла сбежать в Рим. Все по-прежнему. В Мемфисе хозяйничает орден. А я, останься. Неужели это конец? Айя, эту проклятую сферу не должны были находить. От нее одни беды. На куски пошло. Эй! Зараза! Иди один. Оран булими. О, баке. Чем ближе наша победа, тем ты дальше. Такова судьба, Байек. Мир не желает принимать нашу любовь. Ты права. У нас есть высшая цель. Наша любовь ждет в Дуате. Пора смириться с этим. Пусть решают боги. Боги мертвы. Мы пожертвуем близостью ради высшего блага. Мы не зря шли сквозь тьму.
Отныне о наших планах никто не должен знать. Станем действовать скрытно. Египет пал. Греция пала. Рим? Падет и Рим. Кредо победит, но никто не узнает. Если мы убиваем, то убиваем лишь тех, кто это заслужил. Тех, кто вздумает пытаться управлять нами. Они никогда не узнают, кто мы. Мы — бесстрастные поэты смерти. Я смирился. Я больше не отец. Я не муж. Я не Меджай. Я незримый. Да. Мы с тобой незримые. Заточим клинки. Надежда есть даже в этих землях. Да, байка Сивы. Что ведет тебя? Новое кредо. Новые цели. Как же ты была права. О, милая. Как-то рановато для последних слов. А ты еще кто? Может, слышала о Уильяме Майлсе? Ассасин? Значит, слышала. Мы, ассасины, следили за тобой. Это... необычно, когда работник Абстерго интересуется революцией в стране. Твоя правда. Мы знаем, что ты работаешь с Анимусом. У вас с Дианой был такой замысел. Ди. Они провели вас. София Рикин столько вам обещала. Хватит! Речь идет не о ней. Да. Нам и без нее есть что обсудить по пути в Александрию. Не надейся, что я поеду с тобой. Ну, а какие варианты? Или пойдешь со мной, или останешься здесь, чтобы и дальше играть со смертью до тех пор, пока не оступишься. А они этого ждут. Твою прежнюю жизнь уже не вернуть, Лейла. Мне она ни к чему. Но ты, наконец, сможешь работать над Анимусом. Нашей версией. А еще мы не станем ограничивать твою свободу. Ладно. Уговорил. Но мы все равно не союзники. Годится. Это для Фоксида? Подарок? Нет. Реликвия. И я не собираюсь обсуждать это. Знак Байка? Отдай мне, я передам его Фоксиду. Он такое любит.
Не трогай. Или убью. Мне сегодня не до разговоров. Утром мы прошли Неаполис. Если повезет с ветром, доберемся до Рима всего за 2 дня. Ваша семья распалась, да? Я знаю. Трудное решение. Но ведь ты избранная. Ты свободна, как я! Жизнь продолжается. Ускориться! Идем на таран! Увеличить темп! Идем на таран! Шире! Удар! Прибавить ходу! Идем быстрее! На таран! Впереди римские корабли. Видишь? Только не теряй бдительность. Скорее всего, они ждут нас. Ты словно хочешь этого. Хочу, старик. Я хочу прикончить их, а потом продолжить искоренять зло. Зло вечно! Так уж устроен этот мир. Наращиваем темп! Идем на таран! Больше скорости! Идем на таран! Ускориться! Враг заметил нас! Скоро к ним придет подкрепление. Приготовьтесь! Держитесь! Готов стрелять! Больше все вперед! Скорости! Пусть от их кораблей останутся лишь щепки! Весла! А-ла-ла-ла-ла! Спокойно! Стреляем! А, какие песни станут слагать о наших подвигах! Если выживем, Фоксит, клянусь, я прикину сирены и сама тебе их спою. Ловлю на слове! Поверь мне, ты пожалеешь. Покончим с ними. Ха-ха-ха! Еще один! Что ж, отправим в бездну последний! Спокойно! Подбили! Стреляем! Стреляем! Увеличить темп! На нас идут поджигатели! Боги! Слишком плотный строй! Врежемся! Мы обречены! Кораблей слишком много! Нужно потопить их, пока не поздно. Нельзя подпускать врага. Потопим их! Еще поджигатели! О, боги! Они повсюду! Готов стрелять! Стреляем! О, попали! Стреляем! Сейчас будет! Стреляем! Готов стрелять! Стреляем! А, проклятие! Стреляем! Удар! Стреляем! Стреляем!
Стреляем! Спаси нас, Посейдон! Это армада! Нам хватит огневой мощи справиться с ними! Сомневаюсь! Наш строй нарушен, и союзников нет! Нам конец! А ну, взбодрись, размазня! Спасай свой корабль! Еще корабли! Там! Наек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Ну! Эй! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не писал стихи, а, Фоксит? О, не пришлось, а зря! И мудрецом не стал! Эх, упустил свой шанс! Миллионы шансов, а я! Напиши о себе книгу, Фоксит! Все может быть! А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны! А эту главу наших странствий будут читать чаще всего! Стреляем! 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 Прибавить! Дождь огня! Прочь, чудище, прямо на дно! Эй, вы, лодыри! А ну, перестройтесь! Сегодня поплывем вместе! В какой порт мы направляемся? Предлагаю посетить город Анциум. Это излюбленное место торговцев. Там безопасно. Оттуда всего полдня до Рима. Не пройдет и нескольких дней, как Цезарь официально станет тираном. А вот и он. Народ любит тебя, Цезарь. Ты наш бог. Подчинить сенат будет трудно. Это сборище бесхарактерных трусов. Я найду подход. Так, ждите моего сигнала. Так Цезарь теперь глава Ордена Древних. Цезарь наш отец понимания. Вас обоих ждет смерть. Ты вмешиваешься в дела Ордена, а Орден сильнее Рима. Возвращайся в Египет с остальными рабами и лжецами. Ха, да, некоторые убийства и вправду всем во благо. В моей власти армия и великая сила. Я предам твой проклятый Орден забвению. Служи Цезарю! Служи Риму! Перейди на сторону сильных! Мы станем творцами истории! Тебя и Цезаря ждет небытие! Твой сын с ужасом смотрел в глаза смерти! Я скормлю твое гнилое сердце падальщикам! Ты трус и подлец! Ты лишил меня всего в этом мире! Будь ты проклята! Отныне, Септимий, мы с тобой квиты. И это было ради мести? Вам с Меджаем определенно будет чем заняться этой ночью. Где посох? У Ордена.
Я служил им и твоему Египту. После смерти мне за это воздастся. Я буду пить с братьями в компании блудниц. Вас ждет лишь беспросветная тьма небытия. И тебя, и Орден, и гниющих в могиле гобелианцев. Да пожрет Апоп твое сердце. Цезарь должен быть в Курии вместе с Сенатом. В садах полным-полно солдат. Sed sanguinum a sepulcrum. Stante, mora. Siste, ne tu, et non movere. Tibi ave, ibi manere. Nolite ibi. Siste! Ne tu! Ulti! Ego ostenda tibi dolor! Nolite ibi! Sireva! Sireli su! Vurs! Ego ludri sordida! Incumbrite! Su! Lunconos ne defendas! Et damo vos inconsumationem! Recurre ad mulierum, teras! Sit calque, capitis! Amas, cunas! Ultimem quod, tentatet! Sed sanguinum, a sepulcrum! Murs! Ego luderi sordida! Прошу лишь об одном. Помогите мне построить новый, лучший Рим. Рим, который возглавишь ты? Пусть Цезарь скажет! Рим должен стать гарантом мира, закона и процветания для всех граждан, а не только для власть имущих. Разве мы не равны в правах? Я не всегда буду диктатором. Народ, он сам решил мою судьбу. Я должен был отвергнуть его дар? Ты должен был в первую очередь думать о нуждах Рима! Я добьюсь единства! Сенатус популюске романус! Сенат и граждане Рима! Единство? Оставь, ты попросту стремишься взойти на трон! Марк Антоний предлагал мне трон во время Луперкалии. Я отказался! Чудесное представление! Зачем тебе трон? Ты ведь стал для них богом! Учти, Гай Кассий Лонгин, кто поддержит мои идеи,
тому простят его ошибки. Сенаторы, война закончилась. Наши разногласия достигли апогея. Рим уже не будет монархией. Брут горит желанием начать борьбу. Но против кого, друг? У нас с тобой одни цели. И ты смеешь говорить такое? Ты поставил себя выше своего народа. Но я глаз народа. Ты лишил свой народ каких-либо прав. Нет. Люди, ослепленные страхом и любовью к родине, передали, завещали их лидеру, тому, кто их поведет. Кто сделал тебя лидером Рима? Сам славный вечный город. Мы не сможем образумить Цезаря. Сенаторы, наше слово все еще имеет вес. Я выслушаю вас. Он снизойдет до нас. Римляне, ликуйте! И ты, дитя мое. Тиран мертв! Теперь вы свободны! Кто же ты? Ты, бьющий из теней. Каждого тирана ждет подобная участь. Всю жизнь мой народ считал меня настоящим богом. И я им стал! Теперь в мире царит новое кредо. Рим! Он вечен! Он никогда не падет перед вами. Никто не дает нам свободу, Цезарь. Мы берем ее. Теперь ты стал свободным, Цезарь. Что ты сделала? Цезарион мог унаследовать престол. Прислушайся к крикам снаружи. Тебя зовут шлюхой тирана. Я все еще царица. Но прислуживают тебе только лицемеры и змеи. Я билась за тебя, а наш народ славил твое имя. Аполлодор погиб за тебя и Египет. Египет? Я Египет! Ты позаботишься о нашем народе. Не сделаешь этого, я перережу тебе горло. Ты последний из фараонов.
Байк. Цезарь отправился в царство мертвых. Септимия постигла та же участь. Теперь наши люди есть и в Риме. Но никто не знает о том, кто мы. Как ОМОН. Все мы стали незримыми. Я в тебя верю. Таков парадокс свободы. Мы стали независимы друг от друга. Но это не приносит мне счастья. Мы должны идти вперед. Продолжать наш танец посреди кровавой бури. Мы станем смертоносным вихрем. И враг умрет. Из тьмы мы явились, и во тьме мы навсегда должны оставаться. Люди не имеют возможности жить вечно. Но наше кредо должно. Лишь кредо достойно бессмертия в этом мире. Ничто иное. Идите домой. Идите. Я не хочу идти домой один. Мне страшно. Отведем его в убежище? Нет. Пойдем домой. Пусть горести не омрачают твою жизнь, ведь она коротка, и время все равно возьмет свое. А я больше не та, что прежде. Я отрекаюсь от той любви, что раньше вела меня. Я отрекаюсь от Аи. Прошлое Аи мертво. Я стала незримой. Теперь я Амунет. Я отрекаюсь от Аи. Прошлое Аи мертво. Я стала незримой. Теперь я Амунет. Пусть приумножатся твои победы. Папа? Вниз. Mm-hmm.
Гане Черу. Рота Геруя. Геруя. Херуи. Что ты делаешь? Геру? Верабу! Чу ацеп а! Ахэ, дахэ! Разойдись! Байк из силы! Или откуда там? Сам хотел бы знать. Недавно я одолел змею размером с пирамиду, голыми руками. Да ну, не может быть! И где же была эта змея? Это лишь история. Или сон. Я больше не вижу разницы. Видишь, Сэнни, истории куда интересней, чем правда. Знаешь, в своих странствиях я слыхал истории о тебе. Тебе есть чем гордиться. Боги благословили твой путь. Все они дороги мне. Семьи, изгои, забытые боги и богини. Одиночки, бунтари. Жаль, что я не смогу защищать их вечно. Сердце жаждет света, но, боюсь, тьма в конце концов победит. Не надо, не тревожься о приходящем. Свет в твоем сердце всегда будет с тобой. Ты достоин тростниковых полей, как никто другой, Реда. А пока тебе нужно быть готовым ко всему. Что желаешь сегодня? Mm-hmm.